Приступай. Так, всем привет, ребята. И у нас, да, два Марина туриста. Луп. Это... Мари... Ну давай, давай, Марина скажи Луп. уже. Марина Лупик. Замечательно. Это сильный кандидат мастера, если такой рейтинг на планете. Зачем ты играешь F5? Что ты делаешь? Мы развиваемся. Так вот именно, что мы не развиваемся. У нас деградация. Нормально. Смотри, тонко как. Нет, не отдаем ладью. Так, отдай, отдай мне управление. Да стой, подожди, еще ничего страшного. Мы ждем, Мария. Отпусти слона. Надо его сюда срочно. Окружаем своего короля, когда у нас много фигур около короля. То, что Все в происходит? безопасности. А, туда ясно. Сейчас Е5 пойдем. Но это Ты же чувствуешь? не совсем оправданная активность. Нормальная Так ты активность. думаешь? Так, ну как тебе позиция? По мнению меня, по мнению меня, у черных вообще-то раз, два, Так, три стоп. лишние пешки. Тебя это не беспокоит? Нет. Коня развиваем через А3. Нет, ну, три лишние пешки, но обрати внимание, знаешь, на что? Что все наши фигуры не дальше третьей горизонтали. Нет, Это обрати внимание, неплохо. что как все у нас компактно располагается. Смотри, у ладьи есть замечательный ресурс. Замечательный. Ладья... Нет. Ладья G2, ладья E2. А, гениально. Но все-таки я воздержусь, можно. Так, вообще можно было пожертвовать ферзями. Вот сейчас, стоп, подожди, конь D4. Конь D4, пойди, что ты делаешь? Ну зачем? Зачем? У нас и так нет никого. Вот сейчас такой конь D4. Ну, так тоже ничего. Гениально, гениальная партия. Мы просто убивали, убивались. А, всем спасибо за внимание. Вы держитесь там.